Итак, всем привет, с вами Макас, и вы сейчас, наверное, спросите, а какого хуя? А я вам на что отвечу. Я, короче, как я, вот, ну, все знают, люблю GTA, а тут такой казус произошел, то, что мимо меня как-то мимо прошла сама вот эта вот Liberty City, да, эпизод 1. Я о них знал, но я почему-то их так и не прошел и даже, по-моему, не играл, да, и поэтому сейчас, на самом деле, играть особо в нечего, и предлагаю вам просто, ну, пройдем как бы вместе эту игру, да, вы посмотрите, я что-нибудь попытаюсь порассказывать по сюжету. Итак, короче, сначала всех... И что представляет из себя Liberty City? Это два сюжетных херни. Одну ты играешь за крутых чуваков, а другого, как я, блядь, случайно выбрал, за... ну как, гейм назвать не пойму. Короче, за пидораса играю я. Вот он. Назовем его... как мы его назовем? Давайте назовем его грязный латинос, блядь. Вот что-то типа этого, да? Итак, наш грязный латинос, короче, пошел... к другу своему, вот он его, типа, говорит, поехали сейчас со мной, не знаю, какие-то, скорее всего, в жопу долбиться, блядь, ну, не в эту, а которая там в машине сидит, вот, что мне понравилось, сюжет переплетается, да, я посмотрел, как бы, из-за байкеров, вот, начальную сцену, да, там, и вот про этого пидораса, грязного латиноса нашего, и тоже посмотрел, там, ты... Ладно, так, ведем себя нормально, мы проходим игру, потом сейчас посмотрим, что к чему, а потом начнем чудить. Вот, и всегда переплетается вот с сюжетом основной игры, и мы... А, как раз, я что-то каким-то хуем пошел в банк, вот положили, а там как раз это, Федька с корешами банк выносил нахуй. Вот, я помню эту миссию, да, вот на полу. Вот, оказывается, один на полу, который не застрелили, это вот этот хрен и лежал, блядь, пидорас, блядь. Ладно. Поехали. Будем сейчас проходить Liberty City. Кстати, одно из моих первых прохождений вообще игр. Давай, садимся. Бля, как я соскучился. Вон, видите, тут такое все розовое в пидорских тонах, короче. Так, читать я не успеваю, но лист перед законом чист, как слеза, блядь. Иногда мне кажется, что ты взял меня... Бля, как я давно в GTA не гонял, просто пиздец. Сейчас я поставил звук на более такой минимальный звучок. Чтобы... ну, как бы первый пробный видос, потом чего будет не хватать, я того прибавлю. Как, ну, просто обидно будет, если опять там машина будет шуметь, я что-то пизжу, а меня слышно наполовину. Сейчас немного это... У меня такой голос, блядь, как у Гоги, блядь. Я это болею. Ну, сегодня вроде полегче, блядь. Так, куда-то мы едем, короче. Ну, наверное, скорее всего... Сами понимаете, куда, бля. Потому что пидоры едут только в одно место. Итак. В принципе, если представить, что это GTA 5, в принципе, можем поиграть. Как раз я еще не играл. Да кого, блядь, обман GTA 5? Нихуя это не GTA 5, это 4, блядь. Ну и ладно. Так, все, едем, короче, по нашим пидорским делам. Так. Вон тот гей. Короче, что-то мы с этими пидорами перетерли, что-то этому мудаку, блядь, короче, это не понравилось, он мне говорит, типа, поехали назад, охуел, что ли, как тебе? Ладно, хорошо, пробки нет, блядь, а то бы я его выкинул, нахуй, здесь же, блядь. Хотя тот, кто ебет, того не выкидывает, ну, все равно. Заебись, блядь. Туда-сюда кататься, блядь. Что, дел, что ли, больше нет у меня, на самом деле. А, да, блядь. А, тут, блядь, еще один пидорский круг. Блядь, вот пидорская рассадня, блядь. А, бля, короче, зашел я в клуб, там музон хуярил. И в итоге я нахуярился, короче, сейчас вот протрезвел. А в итоге-то, блядь, это...
пидорас-то, блядь, не вот нахуй. А вот кого я сюда привез, этого пидора, блядь. Я так он пидор ёбаный, а я типа нормальный, блядь. Да ну нахуй, кто с пидором общается, тот сам пидор, я так считаю, короче. Кандон. У него еще, блядь, тут братаны, короче, пиздец, короче. Рассадник полный, блядь. Гомосексуалия, блядь. Так, стой, стой, стой. Вот так по жизни получается, что на хороших машинах одни пидоры ездят. Вот тут так и вышло. То на то и получилось, короче. А, бля, прослушал, что мои кореша, блядь, сказали. Бля, пока я, короче, одно не вкурю, а какого хуя мы работаем на пидора, блядь, трогнул за руку. Потому что, сами знаете, рука пидора может побывать где угодно за сутки, блядь. Бля! Бля, тормоза хуёвые. Этим всегда нравилось GTA 4. Своими тормозами, блядь. Бля, наконец-то хоть это... игра, хоть она и не новая, я в нее уже проходил по 100 раз, но, блядь, все равно это лучше, чем ничего, потому что я реально сейчас, у меня проблем, блядь, я не знаю, в чё играть. Все игры какая-то шляпа ебаная. Так, чё ты там ебал, мэн, блядь? Ну там, заебали пиздить, вот, блядь. Это, блядь, нахуй латинос, блядь, а, блядь, брат у него негр, блядь, не знаю, с чем это связано. Так, отвез крутых парней, сейчас мне говорят, а поезжай домой, блядь, у меня уже откуда-то дом, бля, появился. Непонятно, блядь. Они, типа, на меня эти чурбаны жлобили, то, что я, блядь, типа, зазнался, нахуй. Общаюсь с пидорами, блядь, ни с кем, блядь, не здороваюсь, короче. Хуесос, одним словом. На меня снизошла какая-то пидорская аура, я что-то так и не понял. Ну, я понял то, что это какой-то прогресс, блядь. Ну да, и сравнить, блядь, с хатой Фидели, блядь, тут такая, блядь, понтовая, блядь, у пидоров хата, блядь, в натуре. Вообще пиздец. Пойдем, выйдем на улицу, блядь. Да, ну, та же самая хуйня, только мы в другом районе живем немножко. Поехали, покатаемся. Сейчас она, наверное, будет, как сказать, телефон, блядь, звонить, нахуй. Мяу. Слышу, сука, блядь, байкер ебаный. Хотя следующий, как вариант, я буду за байкеров, наверное, играть, потому что... Если мне, конечно, не надоест, блядь. Ща... Пусть машину в дрифта, блядь. Тут пока нам... Так, держим, блядь. Идеально, машина, конечно, управляется, но так не бывает. На, нахуй тебе, пидорас. Все, парканули машину. А вон у нас появилась буква Т, блядь. Итак, давайте на этом прервемся. Как такой небольшой видос. А в целом... По плану, короче, ну, минут по 20, чтобы так вот особо мозги не заебывать, да, там, часовые видео, короче, нахуй никому не нужны, там, да, постараюсь я делать, мне интересно прохождение, да, GTA с моими комментариями. Итак, всем спасибо, кто смотрел, в следующем видосе мы продолжим. А сейчас мы делаем трюк. Оп!